75 лет прошло с момента окончания Великой Отечественной войны. Были среди жителей нашей республики и те, кто воевал, и те, кто приближал победу в тылу. Не забыто трудовой подвиг тех, кто в годы войны воздвигнул Сурский и Казанский оборонительные рубежи. Сурский рубеж обороны – это сооружение около реки Сура, построенное на территории Чувашской и Мордовской АССР, предназначавшееся для задержки гитлеровских войск на подступах Казани наравне с Казанским оборонительным рубежом. Указом главы Чувашской республики Олега Николаева 2021 год будет посвящен подвигу этих сильных и стойких людей. Школьники активно включились в патриотические мероприятия. В рамках проекта 19 по 23 октября в чебоксарских школах стартовала неделя, посвященная строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Ребята побывали в школьных музеях боевой славы и посетили тематические выставки, где познакомились с экспонатами, найденными во время поисковых экспедиций. Торжественное мероприятие состоялось и в Чебоксарской средней общеобразовательной школе номер 59. О том, какие еще тематические мероприятия ожидаются, рассказал начальник управления образования Дмитрий Захаров. Мероприятия будут включать в себя в течение года разные. Это и конкурсы сочинений, эссе, это и рисунки, это и участие в поисковых отрядах в раскопках, как на территории, где проходили боевые действия, это и Ленинградская область, и Тверская, Смоленская, другие, так и на территории Чувашской республики, для того, чтобы воссоздать именно события 41 года, где проходил Сурский рубеж. Велась и запись воспоминаний непосредственных участников тех событий. Рассказы строителей будут опубликованы в сборнике «Сурский и Казанский оборонительные рубежи в годы Великой Отечественной войны». Мы силами именно школьных поисковых отрядов провели в течение всего лета выездные экспедиции по всем районам, где проходил Сурский рубеж. Наши школьники собирали воспоминания тех участников и очевидцев тех событий. На сегодняшний момент около 100 воспоминаний уже собрано. Мы готовим книгу, которая выйдет в ближайшее время и будет доступна широкому читателю. Конечно же, ребята прониклись этой темой. Члены школьной литературной студии «Говорящее перо» прочли стихи собственного сочинения. Ноги, примерзшие к подошвам кирзовых, лопаты и ломы, прилипшие к пальцам, и девушки в юбочках тонких холщовых. Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева тоже отметила, что трудовой подвиг чувашского народа достоин того, чтобы помнить о нем сквозь года. Мне очень хочется, чтобы мы с вами тоже гордились бабушками и теми ребятами, следующим этапом реализации проекта станет разработка экскурсионного путеводителя маршрута по местам строительства оборонительных рубежей для школьников и гостей столицы. Таким образом, память о трудовом подвиге чувашского народа передается из поколения в поколение. И тут вполне можно говорить о том, что никто не забыт и ничто не забыто. Елена Яковлева, Антон Небытов, «Жизнь столицы».